Один из самых главных аспектов комфортной жизни в квартире – тепло. Особенно это важно в холодное время года. В новых домах за это отвечает система автоматического регулирования температуры. Небольшой щиток контролирует и поддерживает стабильный градус в помещениях в зависимости от погодных условий за окном. С самого утра сотрудники Госэнергонадзора снимают показатели и наблюдают за работой. Это нужно для того, чтобы система регулирования работала четко, чтобы теплоноситель подавался согласно параметрам температурных графиков энергоснабжающих организаций, а также согласно температуре наружного воздуха. Главное преимущество установки – экономия тепловой энергии. Автоматическое регулирование температуры позволяет поддерживать устойчивый градус и сокращать затраты на отопление. Система абсолютно безопасна в эксплуатации и обеспечивает равномерное распределение. Еще один немаловажный фактор – благодаря ее использованию снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу. Данная система обеспечивает оптимальные режимы работы, которая регулируется в зависимости от температуры на улице. Этим обеспечивается экономия и оптимальная, то есть чтобы люди или не мерзли, или наоборот не перегревались при изменении температуры наружного воздуха. Отопительный период в самом разгаре. Одним из главных источников получения тепла и горячего водоснабжения остаются газовые котлы. Такая востребованность с легкостью объясняется доступностью и низкой стоимостью. Для стабильной работы регулярно проводится техобслуживание. Отказ от проверки чреват последствиями – пожары, взрывы, утечки. Работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования выполняются специалистами газоснабжающей либо обслуживающих организаций на основании заключенных договоров. В соответствии с правилами пользования газом в быту периодичность установлена не реже одного раза в год, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем. Плюсы систем автоматического регулирования температуры очевидны. Экономия и безопасность стоят на первом месте. Теперь можно не беспокоиться о погоде в доме и спокойно заниматься делами, не отвлекаясь на жару или холод. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.